Привет, народ! И, как обычно, дневник разработчика Project Zomboid 9 сентября 2021 года. Разработчики радуют тем, что у них появились новые программисты контроля качества мультиплеера. Это им поможет быстрее работать. Но, как некоторые из вас знают, есть у них уже свой старый программист Олег. Вот несколько его слов. Мультиплеер на данный момент довольно солидный, нет никаких критических ошибок. Это говорит о том, что уже с мультиплеером довольно все хорошо. Но все равно есть небольшие ошибки с синхронизацией. Проблемы с трупами, анимациями и некоторыми другими механиками игры. Разница между мультиплеером 3 месяца назад и сейчас довольно высокая. В этом месяце улучшили качество PvP и синхронизацию зомби между игроками. Теперь список небольших изменений, которые прошли совсем недавно. У некоторых зомби не было анимации оповещения. Ну, например, когда ты проезжаешь на машине, зомби стоит к тебе спиной и начинают плавно оборачиваться. В мультиплеере некоторые анимации такие не работали. Удаленный персонаж делает меньше дополнительных движений при повороте. Это, скорее всего, для производительности. Улучшили точки позиционирования. Исправили баг, когда при убийстве зомби на нем пропадала одежда. Исправили баг, когда бомба взорвалась, но урона не наносила. Исправили ошибку синхронизации, когда у одного игрока есть зомби, у другого их не видно. И остальное что-то техническое. Теперь переходим к билду 4154. Как я и говорил, его просто закрыли из-за его сырости. Потому что прошло уже 2 недели, а его все нет. Разработчики завершают подготовку билда 4154 для выпуска публичной бета-версии. И как я говорил раньше, он будет включать все 3D-объекты и новые звуки от НВ. Немножко кривая информация по поводу еды, не смог нормально перевести. Мне сказано, что обработано 90% доступных 3D-объектов, которые были добавлены совсем недавно. Или же говорится, что просто все 3D-объекты продуктов начинают переносить и завершено 90%, или же просто к ним добавляются еще какие-то новые. Разработчики дали бета-ключ 4154 какому-то ютуберу. Ютубер, конечно, не русский, и ссылка на видео будет в описании, чтобы мне потом не прилетело за нарушение авторских прав. Дальше разработчики говорят, что звуки от НВ будут обновляться. Больше разновидностей старых звуков. И будут добавлены новые звуки, когда игрок перелазит через забор, высокий или низкий, или таскает тяжелые сумки. И звуки приготовления пищи. Но если действительно будет добавляться разнообразие криков зомби, будет намного интереснее. Теперь ты не только будешь видеть, что много зомби, а теперь будешь даже и чувствовать, что их много, когда каждый кричит своим голосом. Дальше пойдут видео от разработчиков. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.
Thank you.